Привет, друзья! Вы на канале MyHami. Надеюсь, вы уже посмотрели прошлый выпуск и узнали, как пробежала наш джунгарский хомяк Топа. А теперь пришла очередь сирийского хомяка Кнопы. Как думаете, кто победит? Привет, Зефирка! Вот пирамида, лабиринт из 5 этажей, которые мы вам построили. Оранжевый уровень – вершина пирамиды, и через него ты попадаешь в ярко-зеленый уровень. Молодец! Вот видишь, какой здесь бассейн из мягких шариков. Все, как ты любишь. И еще ты умеешь в них зарываться, как маленький кротик. Ох, какое у тебя украшение из шариков. Один розовый, а другой оранжевый. Где-то я уже это видела. Ребята, а вы помните, в каком видео-выпуске у Кнопы было такое же украшение? Правильно, в видео «Горка-бассейн». Там тоже Кнопа умудрилась себе на носик посадить шарик и выглядела как маленький клоун. Кнопа, тут высоко, поэтому ищи выход на нижний уровень. Ну, наконец-то ты увидела выход на нижний этаж. Ты такая пушистая и большая, а вдруг ты не пролезешь? Но все хорошо, ты отлично справилась. А вот и голубой уровень. Мы с Топой называем этот уровень «Морская волна». Тебя здесь ждет бассейн, но только он бумажный. Труба и трубочки, и все это в ярких красках. Ты что-то хочешь найти съедобное? Но здесь ничего нету. Зато внизу пирамиды есть то, что ты любишь больше всего на свете. Любимые вкусняшки. Пока что попробуй пройтись через трубу. Не бойся, никто тебя за попу сзади не укусит. Ну вот, отлично у тебя получается. Осталось преодолеть трубочки, и ты прошла голубой морской уровень. Только не отгрызай трубочки, они еще пригодятся. Видишь это отверстие? Оно ведет тебя на следующий лимонно-желтый уровень. Топа уже знает, что там тебя ждет. Спускайся скорее и продемонстрируй свои умения. Как здесь много шариков, попробуй через них пробраться. Ой, нет, нет. Кнопа, не пытайся откусить кусочек, он несъедобный. Ох, ты в каждом лабиринте ищешь что-то, что можно отгрызть и об что можно поточить свои зубы. Но ведь это соревнование не кто больше что погрызет, а кто быстрее прибежит к финишу. Давай бросай это все и беги к победе. Вот так осторожно идет Кнопа по шарикам. Ну ты молодец. Звезды освещают тебе путь к выходу. Кнопа, умница, ты все правильно делаешь. Еще чуть-чуть и выход на последний этаж. Замечательно. Поддержите нашего хомячка лайком под этим видео. Подписывайтесь на канал MyHami. И не забывайте кликать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Розовый малиновый этаж самый сложный, много препятствий. Сначала Кнопа пробегает картонные перегородки, а теперь ей нужно пролезть в трубу. Она ускорит твое время, и ты доберешься до финиша за считанные секунды. И вот осталось совсем немного – перебраться через колечки и разноцветные стенки. Молодец, Кнопа, у тебя чудесно получается. Хорошо, колечки очень маленькие. Как тебе удается так ловко через них пробраться? Эти маленькие бассейны с шариками не должны тебя задержать. Быстрее, Кнопа, поторопись, и ты станешь победителем. Кнопа, что же ты там ищешь? Вкусняшка ждет тебя возле выхода. Ура! Вот и финиш! Заслуженные вкусняхи для нашей пушистой зефирки. В этом соревновании победила настоящая дружба. Поздравляем наших победительниц! Ставим лайк, подписываемся на канал MyHami и не забываем про колокольчик. До скорых встреч, ваши хомячки Топа и Кнопа!